Всем привет! Короче, мы... Поверните направо. Поехали, сейчас заберем Серегу с базы и поедем к ним. У них сломалась машина. Паша поможет там поменять одну деталь. Ты нашел? Ну, посмотрел, он там-то на месте. Шланг-то этот. Вот. Потом в бане, наверное, помоемся, поздоровайся хоть. Ему некогда, рулит. Потом помоемся в баньке. Правда, без веника. Веник вчера забыли у родителей взять. Хотя были. Вот. Короче, представляете, сейчас какая ситуация? Мы сейчас, в общем, что-то шли. Увидели канцелярский отдел. Спросили читательский дневник. Купили. И Полина такая: ой, мне еще надо обложку. Ой, мне надо еще то, мне надо другое. Там чисто мешаюсь просто рукой своей. Вот, надо обложку, надо то, все. Короче, давай покупать обложки. Он с нас такой. Мы, значит, купили одну большую обложку на большую тетрадь. Ну, учебник, вернее. Потом взяли одну на читательский дневник и обычные на тетрадь в клеточку, линеечку. Вот, читательский. И он такой 660. Я потом такая говорю: что-то, блин, как-то дорого. Села, начала считать, смотреть по ценам. Подхожу сейчас к нему, я говорю: что-то, говорю, вы не то с нас взяли. А он такой: ой, правда, да, извините, не хотел. Так жарко, может, выключим печку. Извините, типа не хотел, ну не знаю уж, хотел или не хотел, но, короче, 500 рублей он нам вернул, представляете? Через 150 метров, вот. Камера так, что... контроля перекрестка. Ладно, едем в баню. А я спать. Ариша спать, все. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Арина у нас почти перестала кашлять. Мы, короче, вчера... Она у нас почти не кашляла, мы ей дали лекарство, она опять раскашлялась. Я говорю: я больше лекарства давать не буду, раз она с лекарством кашляет, без лекарства нет. И сегодня тут-тут-фу, да? Вообще, мне кажется, не кашляла она сегодня, да? Ну, там, так вот, ну это не считается кашлем относительно, как она у нас, считай, кашляла. Вот. Так что Ариша скоро в садик пойдет, но завтра нас, конечно, вряд ли выпишут. Твой выход, ты готов? Да? Мам. Ну, через неделю точно в садик. А. Когда мы дядя Сереж заберем. Мне куда садиться? Там в серединку. Наше время. Ага. Для управления. Все, едем. Куда перейти? Наш банно-оздоровительный комплекс завершен. Девки не пошли, короче, снимать было некому. Пашка меня напаял этой виходкой на шорты, потому что у меня вот здесь руки еще немножко облазили. Вот, которую привезли мы из Турции. Я масочку для волос сделала. Сейчас распущу их, соберу в полотешко. Красота, да, папа? Стоит, балдеет, дышит. Там капец жарко стало, да? Вода закипает. Руки трясутся от жары. Открой мне попить. Взяла девкам сок, а они в баню не пошли. Мам, можно мы, говорит, не пойдем в баню? Таким офигенным веником попарились. Свеженьким. Будем вытираться, собираться. Я же когда застегиваешь, он держится же просто. А ты откуда знаешь? Точно умеешь играть? Просто не признаешься, стыдно. Нет. Вот смотрите, этот человек знает, как гармошка одевается. Аккордеон, баян. Сейчас, подожди, караоке только включу. Кошка в пляс пошла. Смотрите, на рыжего. Шоки. Черный комарик. Что, говорит, происходит? Где я? Кто я? Серега, он там до утра сидеть будет. Не? Рыжий, ты не волосы. А, это... Секунду, ёпта. Смотри. Вот. Посмотрите сюда. Учиться было бы. Ку-ку. Куда-то идти на получение квалификации, да? По гармошке. На эти трубки. Мартышки, блин. Ай!
как ты это вот? Не. Во. Во. Типа. А как это вот так? Давайте найди наш май. Давай. В разные стороны тяните. Надя, давай помогай. Ее нажимать надо, чтобы воздух попадал. Ну все, отдаем вас всех троих в один кружок. Будете со мной гитарой, говорю, гармонию там. Одевай. Одевай. Так, руку сюда. Арину из-за гармошки-то не видно. Какой-то. У Арины лучше всех получается ее раздвигать и задвигать. Тут все по нотам, как на пианино. Только на пианино вот так вот и там черненький. Все, на улице. Ночь мы поехали. Да обе горят, видно же. Прям видите, ну. Да. Домой, да? Время 9 часов почти доходит. На улице, видите, что происходит? Дождь пошел. А что, завтра целый день, да, дожди обещают? Капец, у нас завтра столько поездок, столько делать, будут дожди. Ну ладно. Благо на машину.